Журналист, вы же очень много общаетесь с журналистами. Угу. Он, имея те или иные политические пристрастия, должен, в разговоре с политиком их обозначать? Или он должен быть, как бы, ну, то, что называется, над схваткой? Вопрос схватки-то вам понятно. Совершенно толерантен, да? Угу. Нейтрален, вы хотите сказать. Ну, вот, да, вот как вы по-вашему? Нет, почему? Журналист может высказывать свои политические пристрастия. Другое дело, что его собеседник может или опровергать, или поддерживать эти пристрастия и взгляды. То есть в процессе возникает некий дискус, когда ведущий, в данном случае журналист, и это его задача, может быть, эпатирует или, скажем, немножко вызывает набой того, с кем разговаривать? Интервьюируемый, не могу выговорить. Я сам не могу. Очень сложно. Того человека, у которого, в общем-то, берет интервью. Да. И это нормально, потому что иначе все это общение превратится в скучный, никому не интересный процесс. Ведь когда вы сказали о госпоже Нарусовой, вы четко знали, куда ударить, хотя я не то чтобы там на эту тему излишне возбудился. Но в вопросе штанги подобные утверждения я слышу периодически, всегда, со стороны неких интеллектуалов таких. Они бывают реальные, люди из интеллигенции, может быть, артистической богемы, а бывают просто такие комнатные, кухонные философы. Но, тем не менее, на уровне вот на этом существуют некие, я бы сказал так, штампы в отношении спортсменов, да, артистов в том числе. Я не исключаю, что это плод средств массовой информации, которые тоже однобоко освещают процесс. Мы во всем виноваты, конечно. Нет, вы не виноваты. Дело в том, что сами люди, достаточно известные, спортсмены, артисты, они являются зачастую первопричиной тех публикаций, которые появляются в СМИ. И СМИ не так часто интересует такая, знаете, так называемая сегодня, может быть, скучная, там, семейная или общественная жизнь того или иного известного человека. Вот их интересует клубничка. Вот это же обсуждается, вот это грязное белье, оно переворачивается. А все остальное совершенно вот не берется в расчет. Потому что если я в бытность общения с господином Шнуром, да, Сергеем, да, четко знаю, что это высокоинтеллектуальный человек, тем не менее, очень серьезно эпатирующий публику. Причем мне вовсе не нравится, как он это делает, но в целом-то в жизни он совершенно является другим человеком. Угу. Понимаете? И эту часть его жизни СМИ не обсуждает. То есть его выставляют на всеобщее обозрение, как некого матершинника, там, хулигана и все остальное. И его люди в итоге знают по этим публикациям.